Здравствуйте! Вы смотрите «Реальность» на канале «Репортер 73». Каждый день, вечер и утро мы рассказываем о значимых событиях Ульяновской области. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Поволжская кооперация. Промышленный и культурный мост через километры. Наши в Ярославле. Диалог состоялся. Продолжаем укреплять связи с соседями, ближними и дальними. Молодо, не зелено. Гибельный маршрут саженцев на центральной улице Ульяновска. В чем причина и как победить это бедствие? Зеленый вопрос назрел. Городу нужны деревья. Мост с препятствиями. Пробки, реверс, бесконечные починки. Планы по ремонту озвучены. Когда его ждать и что ждет горожан? Бизнес-кооперация сквозь расстояние. Ульяновская область продолжает искать промышленных партнеров и новые цепочки. После посещения Китая на очереди Ярославская область. В состав нашей делегации вошли представители 16 промышленных предприятий региона. Программа поездки обширная. Подробности первого дня работы расскажет Антон Кузьмин. Ульяновскую и Ярославскую область смело можно назвать промышленными побратимами. Машиностроение, авионика, автомобильные производства сквозь километры нас связывают очень близкие компетенции. А значит, и общие интересы найдутся. На Тутаевском моторном заводе уже несколько лет используют станки нашего производства. Завод специализируется на выпуске дизельных двигателей под самые разные нужды, в том числе и для Министерства обороны. Сейчас продукция широко востребована. На новых моделях возможно использовать пластиковое литье ульяновского производства. Нам приходится из штамповки даже перерезать, переделывать. Можем делать? Если бы их было много. Вот он на КамАЗ уже поставляет. Я знаю, на шестерку рядную, наверное, поставляет. Пластиковый, да. Можем сделать. Есть у Ульяновской области и уникальные компетенции. Экономия ресурсов и оптимизация производственных линий. Тренд общий для всей российской промышленности. Ульяновские инжинирингом занимаются профессионально. Заинтересованность в интеллектуальном продукте и оснастке выразили на приборостроительном заводе в Рыбинске. До 50% времени экономится, да? Так вот. Полтора-два раза поднимается. Если вот они, ну... зайдут, сделают аудит и вам предложат свое. Я думаю, что здесь очень большой потенциал взаимодействия. Заинтересованность в композитных материалах ульяновского производства показал Рыбинский судостроительный завод. Прочность, жесткость и коррозионная стойкость пластиков может найти широкое применение в производстве катеров и малых судов. В целом, по итогам первого дня поездки обе стороны наметили более 30 кооперационных цепочек. Я уверен, что наша бизнес-миссия, а завтра еще мы посетим ряд предприятий непосредственно и Ярославлю, она принесет хорошие плоды, новые контакты для наших производственников, что в конечном итоге положительно скажется на экономике как самих предприятий, так и на экономике региона в целом. В планах не только промышленность. В программе второго дня встреча глав двух регионов и переговоры с представителями туристического бизнеса Ярославской области. Обмен опытом в деле цифровизации архивного дела и культурной политики. В июне Алексей Русских поставил перед Ульяновской мэрией в лице ее главы задачу – вернуть зелень на центральной улице города. Из поливалок горзеленхоза с той поры воды утекло немало. Есть ли от этого эффект и вернутся ли деревья на Гончарова и Карла Маркса, узнал Вячеслав Новожилов. Забредая в старые дворы, чувствуешь ни с чем не сравнимый уют. Над головой пышные кроны старых деревьев. Все вокруг буквально утопает в зелени. Однако время спешит, и надо идти. Идти по улицам, свой уют во многом растерявшим. На Гончаровой и окрестные улицы саженцы, чаще всего липы из питомника, уходят умирать, не иначе. Большинство деревьев здесь гибнет спустя пару месяцев после посадки. На проблему обращали внимание все, а так и активисты до региональных властей. Последние летом поставили перед мэрией задачу вопрос решить. Согласно муниципальному заданию, у нас запланировано порядка 1000 деревьев высадить в осенний период и 2500 кустарников. Соответственно, на сегодняшний день мы уже приступили, озеленение идет в плановом порядке. Впрочем, не одним числом берут озеленители. В борьбе за живучесть саженцев идут и на эксперименты. Например, объединение приствольных лунок в начале улицы Гончарова и устройство там газона. Эффект мы должны заметить только в следующем году. То есть в этом году увидели, что газон зашел, благополучно прижился. На сегодняшний день необходимо заменить существующие липы, которые там засохшие. Соответственно, работа запланирована на осенний период и будут произведены. В следующем году эффект
Я надеюсь, мы увидим. Экологи идею поддерживают, однако никакого новаторства в ней не видят. Это стандартная компромиссная практика в крупных городах. Приствольный круг по нормативам должен составлять приблизительно 2 метра. По старым нормативам это проекция дерева на землю, плюс еще 1,5 метра. Но это уже, я понимаю, в их рамки никак не лезет. Кроме того, сформированный дерн задерживает реагенты. Правда, за газоном также нужен правильный уход. Триммеры, которые используют для травы, тем самым они уничтожают эту траву, и, соответственно, дернина не образуется. Если она даже образуется, вот я сейчас пока шла на интервью, фотографировала, ну просто выжженная земля. То есть сейчас бы мы увидели приблизительно ту картину, которая находится здесь около, соответственно, библиотеки. Зеленая травка, листочки на ней осенние. А что мы видим, например, на той же улице Минаева? Это на высоту, наверное, где-то 10 сантиметров. Вся трава обрезана, она выжжена солнцем. Вредит городской зелени и разобщенность городских управлений, а также нехватка комплексного подхода. Здесь без специалистов, без комплексного подхода никак нельзя. То есть здесь работать должны и архитекторы, и озеленители, научные работники, но они должны быть в штате администрации. И в штате вот этого хозяйства, так скажем, которое занимается озеленением, а не то, чтобы вот сегодня мы с вами решили так озеленить, завтра мы решили вырубить здесь, здесь мы решили завтра посадить какие-то деревья. То есть это должно быть комплексно. Комплексный подход в исполнении горадминистрации иллюстрирует водитель поливальной машины Рафаиля Изатулов. Когда он выходит из кабины видавшего виды ЗИЛа, то превращается в садовода. Я водитель просто из поливальщицы, потому что не успеваю, сейчас сезон, сажает тюльпан. Вот поэтому приходится. Попросили помочь. Вот помогаем. А так-то у нас есть специальные поливальщицы. Бригад тоже нет у них там. Что-то 4 человека всего. А должно быть? Должно быть 10 хотя бы. На весь центр-то. Это нет на чем-то. Вот поэтому приходится нам и поливать, и ездить, и все. У меня всю жизнь водителем работал. Вот на пенсию ушел. Пенсия маленькая, и там 18 тысяч. И приходится работать. Как раз для пенсионеров это работа. Коллеги у вас тоже все такого же возраста? Да, в основном все, да, у нас 80% на пенсии. Вредные реагенты, выхлопные газы и маленькие приствольные лунки – проблемы невыдуманные, с ними надо бороться. Впрочем, когда средний возраст работников горзеленхоза пенсионный, помочь не смогут даже самые действенные удобрения и расширенные газоны. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, Юрий Тимонин, репортер 73. И вновь в центре внимания Императорский мост. И вновь речь о деформационных швах. Однако на этот раз новости позитивного характера. Стало известно более или менее точное время завершения ремонта регулярно ломающихся швов, создающих неудобства для жителей обоих берегов. Из-за регулярных поломок на переправе организуют реверсивное движение, что неизбежно приводит к образованию пробок в одном из направлений. Жители Ульяновска готовы потерпеть временные неудобства, но только в том случае, если работы выполнят качественно и на длительный срок. Водители, объезжайте, там впереди затор на несколько километров. Опять пробка, не проехать, не развернуться. Снова в час пик чинят, все движение перекрыли. Эти сообщения от горожан в последнее время все чаще можно встретить в социальных сетях. Причина пробок – деформационные швы. И эти элементы конструкции теперь на слуху у всех ульяновцев. Для понимания, что за швы такие и зачем они нужны, необходимы они для компенсации динамических деформаций, связанных с нагрузкой на мост, а также для температурных компенсаций. Раньше у мэрии заявляли, что причина выхода из строя покрытия деформационных швов – несанкционированное движение больших грузов. Что скажут сейчас? Сейчас и узнаем. Последние вот эти вот отходы швов не произошли из-за того, что большие грузы ходили, большое количество больших грузов по этой причине. Ничего не поменялось. Фуры все так же портят швы и без того подверженные износу из-за естественного старения. Работники вынуждены практически еженедельно ремонтировать деформационные швы, устанавливая металлические листы поверх поврежденных участков. Но через некоторое время листы опять рвутся, приходится ставить новые заплатки, но они держатся все меньше и меньше. Не очень удобно добираться с одного берега на другой. Ну, потому что пробка, из-за лома.
Тоже уехать. А сейчас вот в мэрии сказали, что вроде как чинить будут окончательно, но будут реверс создавать. Вот вы готовы с этим мириться? Ну, конечно, куда деваться, на работу надо ездить. Постоянно на мосту обслуживания в любое время года можно обратить внимание, как закрывает мост периодически. Либо там постоянные заторы из-за швов, которые ремонтируют. Они ломаются регулярно. Наконец-то что-то сдвинулось с мертвой точки. 30 сентября администрация Ульяновска объявила аукцион на ремонт старого моста через Волгу. Но горожане не спешат радоваться, потому что не доверяют. Комплексно уже делали, его закрывали на конкретный период, что закрыт был проезд по нему. Я думал, уже все починили. В администрации сказали, что для более тщательного контроля привлекут независимых специалистов. Начальная максимальная цена контракта составляет 148 миллионов 464 тысячи рублей. По планам работы должны начаться ориентировочно в середине ноября 2024 года, а закончится в следующем году. Всего предстоит отремонтировать 9 швов и примыкающих участков дорожного покрытия. Лишь бы не было такого ремонта, как в прошлый раз. В соцсетях писали, как в сентябре дорожники внезапно поменяли технологию и закатали дев швы в асфальт. Разумеется, утром движение по мосту вновь парализовало. За ночь шов раскрошился. Ну, видимо, это какие-то современные технологии ремонта дорожного полотна. А им, наверное, лучше знать, как тратить бюджетные деньги на подобные работы. Мост не закроют, обойдутся организацией уже привычного реверсивного движения. Павел Петряков, Сергей Рябухин, репортер 73. Воинские захоронения, возвращенных из небытия через десятилетия после Великой Отечественной войны, обладают особым статусом и, согласно закону, должны быть под постоянным присмотром муниципалитетов. В частности, власти обязаны следить за порядком на этих могилах и вовремя, при необходимости, облагораживать их. Затем, как поставлены эти работы в нашем регионе, наблюдают общественники, члены поисковых отрядов. Что увидели поисковики на кладбищах в Ульяновске, Димитровграде и Инзе, расскажет Евгений Луковкин. Закон от 93 года с поправками, по сути, на полную мощность заработал относительно недавно. В Ульяновской области более 40 воинских захоронений, останки в которых найдены на полях сражений Великой Отечественной. Поисковыми отрядами не только из нашей области, но и из других регионов и даже других стран. Например, не первый год уже проводятся экспедиции в Республику Беларусь, где в 41 году сражалась 154-я дивизия, набранная из уроженцев нашего региона. Каждый защитник Отечества, неважно, сколько прошло лет с момента его гибели или естественной кончины, имеет право на достойное погребение и память. Это очевидный факт, о котором, тем не менее, поисковикам пришлось напомнить чиновникам при случае на встрече с губернатором в начале года. Сейчас в Димитровграде могилы павших бойцов Красной Армии выглядят так. Мы стараемся, чтобы памятники все были единого образца. Здесь у нас, в частности, в Димитровграде, мы делали по единому образцу изначально. Ну и такую же, с нами консультируются в основном все муниципальные образования сейчас, для того, чтобы в едином русле, в едином ключе всех сделать. Обязанность следить за состоянием захоронений возложена на местные администрации. Каждая действует в меру сил и средств. Но практически везде в этом году дело сдвинулось с мертвой точки. Это кладбище Инзы. Порядок наведен, видно, что за могилой есть уход и надзор. А это уже Ульяновск. Очевидно, что чем крупнее муниципалитет, тем он богаче. При этом отметили в местной администрации, основная часть денег получена все-таки из бюджетов высших уровней. Лимит, доведенный до нас бюджетных средств, составил 1 600 000 рублей, из которых из федерального и областного бюджета 1 521 000. На сегодняшний день у нас завершены работы, восстановления захоронений 6 воинов, погибших при защите Отечества. Дополнительно заключены контракты на обновление табличек с фамилиями, инициалами, датами рождения и смерти 5 воинов. Племянница красноармейца Тимошина добраться до северного кладбища самой непросто. Возраст берет свое, но фотографии обновленной могилы дяди ей нравятся. Вспоминает, как совсем недавно она стояла, заросшая бурьяном. Сердце крови обливается. 80 лет он лежал там в окопе, никто ничего не знал. И здесь могилка стояла как заброшенная. Да, но это же защитники Родины. И Родина не должна забывать своих защитников. Но работа по сохранению исторической памяти на этом не завершена. Впереди еще один важный этап. Теперь мы ждем
следующего этапа проведения работы – это установка новых памятников, которые должны быть сделаны до 9 мая 2025 года, соответственно, к юбилею Победы, к 80-летию. Галина Агафонова уже представляет, какой он может быть, и просит, если в проекте изначально этого не будет запланировано, добавить на могилу дяди красноармейца обязательные, по ее мнению, атрибуты. Когда памятник будет, и там вот сейчас покрывается, и чтобы там была вот пробитая каска и два вот там снаряда, которые вот эти... артефакты, которые были найдены. Региональное отделение поискового движения России постарается помочь, а еще его члены продолжат следить за выполнением всех законов, связанных с сохранением памяти о событиях Великой Отечественной. Кстати, как стало известно, совсем скоро в Староманский район доставят останки еще одного бойца РККА, погибшего, защищая нашу великую общую родину – Советский Союз. Евгений Луковкин, репортер 73. Медики Ульяновской области активно работают над укреплением психического здоровья жителей региона. В региональном Минздраве сообщили, что в течение месяца с 1 по 31 октября проведут беседы, мастер-классы, а также офлайн и видеолекции, посвященные вопросам сохранения ментального здоровья. Особое внимание уделяется здоровью детей. 1 октября провели день открытых дверей в детской специализированной психоневрологической больнице номер 2. 4 октября тут же запланирован мастер-класс для детей с задержкой психического развития. А вот видишь, где картинка, где хлебушек, сыр, да, вот тут вот, что тут лишнее? Чайник. Да ты молодец какой. А вот, боже, коровка, пчелка и муравей, они все вместе, это все? Да, умница. Маленький лев правильно собрал пирамидку, а еще он знает, что едят козочка с коровой. Ребенку всего 4 года. В психоневрологическую больницу водит мама. Сказались тяжелые роды. Ничего критичного, но чтобы перестраховаться, решили провериться. В больнице льву нравится. Врачи в игровой форме проводят разные тесты, чтобы проверить, нет ли у него каких-то проблем в развитии. Мы сюда обратились, проконсультировались со многими специалистами и курсами проходим здесь лечение. Нам очень нравится. Специалисты нам развеяли очень много наших тревог и сомнений. Мы видим улучшение, мы видим лечение качественное, не нужно этого бояться, нужно лучше вовремя обратить внимание все-таки на своего ребенка и с детства начинать заниматься. Это единственный верный подход – не откладывать обращение к врачу. Чем дольше этого не делать, тем больше шансов загнать внутрь проблему. Дальше справляться с ней будет труднее. Своевременное обращение к профессионалу поможет детям спокойно взаимодействовать с окружающими, успешно адаптироваться в обществе и избежать ощущения отчужденности. К нам детки приходят с множеством различных патологий. Это расстройство аутистического спектра, это синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Да, пожалуй, это самые, да, в настоящее время актуальные и распространенные проблемы. В том числе это просто и неврозоподобные синдромы, расстройства речи, моторная аллелия. Это тики, это энурезы, различные тревожные состояния. Например, проблемы с речью. Тут, как и с любыми другими болезнями, чем раньше начнешь лечение, тем лучше. Нечеткую речь способен скорректировать логопед, но к нему обращаются и при более серьезных нарушениях. Травку кто любит? Кто любит травку? Корова. Угощай. На корова травку. На цып-цып. На цып-цып. Дай, мы всех накормили? Да. Кто молодец? Я. Говорит, я молодец. Если ребенок в 2 года не говорит фразами, допускает аграмматизмы, это тревожный сигнал. В норме к году дети уже должны знать несколько слов, а к 1,5 годам уметь строить простые предложения. В основном родители обращают внимание на то, когда у ребенка нарушено звукопроизношение. И в основном обращаются с просьбой поставить какой-либо звук. Но... речь – это процесс психофизиологический, и проблема не в том, что у ребенка отсутствуют какие-то звуки. У ребенка может быть нарушен лексико-грамматический строй речи. Ребенок стал плохо спать, поведение и настроение резко изменились. Был активным, стал пассивным. Если вы заметили, что с вашим ребенком происходит что-то необычное, не стоит переживать и терзаться сомнениями. Я прошу вас, дорогие родители, не бояться никаких стигм по отношению к психиатрии. Прийти на консультацию вы всегда можете и к нам. Дело в том, что в рамках месячника
психического здоровья. Мы ежегодно в нем участвуем. У нас есть бесплатные консультации таких специалистов, как врач-психиатр, медицинский психолог и логопед. Не откладывайте визиты к врачам, если на кону здоровье и будущее ребенка. Обучиться новому бесплатно. По программе нацпроекта «Демография» возможность пройти профессиональную переподготовку получили около 600 наших земляков. 163 уже завершили обучение. Всего в плане на этот год поучаствовать в проекте могут порядка 1000 жителей региона. На выбор 138 программ. Запись открыта на портале «Работа России». Там же имеется перечень актуальных предложений. Узнать подробнее о переподготовке также можно на сайте трудвсем.ру. Вкладка «Пройдите обучение» в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Далее коротко о других важных новостях из жизни Ульяновской области. Более 2,5 миллиардов рублей из федерального бюджета пополнят региональную казну в этом году. Таким образом, доходная ее часть составит 101,5 миллиард рублей. Федеральный транш распределят по сферам соцблока. К примеру, миллиард рублей получит Минсоцразвитие. 64 миллиона направят на ремонт и предоставление жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 75 миллионов выделяется на организацию бесплатного горячего питания учеников младших классов, на охрану образовательных учреждений – 40 миллионов. Минздрав получит 143 миллиона, из них 100 предусматривается на разработку ПСД на строительство нового корпуса центра имени Чучкалова. Со 2 октября начнется выборочная опашка участков на границах областного центра, где высок риск возникновения пожара и перехода огня на жилой сектор. Мониторинг показал, в ряде мест минерализованные полосы заросли травой. Обновить планируется около 50 километров защитных полос, по большей части близ необработанных полей. Барьеры ландшафтным возгоранием создадут близ Лугового, Боротаевки, Поливно, Плодового, деревни Погребы и заволжских кварталов многодетных Г и Д. На прошлой неделе в регионе задержан 41 водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, в том числе отказавшийся от медосвидетельствования. Всего в текущем году привлечено к ответственности 1532 нетрезвых водителя, 176 благодаря сообщениям от бдительных граждан. Госавтоинспекция напоминает всем водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В противном случае вы рискуете лишиться права управления сроком от 1,5 до 2 лет. И быть оштрафованными на 30 тысяч рублей. Во время профилактической акции сотрудники ГИБДД задержали 19 нетрезвых водителей, в том числе 2 за повторное нарушение. В последнем случае ответственность переходит из административной в уголовную плоскость. Село способны возродить люди и гранты. Впрочем, заручиться грантовой поддержкой – это тоже задача неравнодушных сельчан. В современных реалиях подобная финансовая подпитка существенна, если не сказать, жизненно необходима. А тех, кто сумел и уже чего-то достиг – материал Татьяны Домодановой. Я вышла замуж в 30 лет, муж старше меня на год. И еще когда мы встречались, стало понятно, что у нас абсолютно одинаковые взгляды на жизнь. Город нам тесен. Осознав, что нет территории, нет возможностей, семья Чижиковых перебралась из Ульяновска в солдатскую Ташлу Теренгульского района. На скромном земельном наделе с нуля отстроили дом, родили детей, завели собак и пчел. Сама Олеся Геннадьевна работала в клубе, преподавала в школе, сидела в декрете. А 3 года назад открыла для себя удивительные перспективы на, казалось бы, скромном посту сельского библиотекаря. Уйдя на библиотечную должность, я предполагала, что я буду сидеть, вязать носки и иногда выдавать книжки. И здесь закрутилась такая жизнь. Оригинальные идеи воплощаются благодаря активной грантовой деятельности. В компании единомышленников проекты расписаны, оформлены, отправлены, выиграны. И все это под эгидой ТОС «Солдатско-Ташлинская», которая появилась в 2017 году. Те населенные пункты, где есть люди неравнодушные, там и живет, и остается. И хотят работать, и делают проекты, и ТОСы создают, именно ТОСы, где можно и заработать, и что-то сделать, и построить. Поддержанные гранты привлекли в село порядка 900 тысяч рублей. Ставка прежде всего на организацию досуга и подъем культурного пласта для местных жителей. Возродился кинотеатр, работает самодеятельный кукольный театр. А в ближайшее время в солдатскую Ташлу доставят редкие музыкальные инструменты. Кто захочет, тот сможет научиться. Просто у меня принцип. Нужно реализовать все мечты детства, чтобы не реализовывать их за счет своих детей. Амбициозность, тщеславие,
славе. Я начала писать с большей. Я вот сейчас я обучаюсь игре на гуслях за счет, опять-таки, государства в родном селе и так далее. Серебряные волонтеры Кузоватовского района за счет государства помогают государству. 2 года назад 20 энтузиастов из Центра активного долголетия «Вера» стали победителями всероссийского конкурса «Молоды душой». Таким образом, вынашиваемый ими полезный проект обрел реальные очертания. Наша добрая подушка выиграла доброго сердца грант 200 тысяч. И вот отсюда мы начали отталкиваться. Мы закупили оборудование, все необходимый материал и стали шить подушки. Многопрофильные, многоразовые, полезные, помогающие устранить болевой синдром, сконструированные в непосредственном альянсе с медиками по ГОСТу и действующим стандартам. Создано уже более 200 подушек, все они на расхват по российским госпиталям. Часть отправлена непосредственно в зону СВО. Кейс нашего проекта настолько расширился, он стал таким толстым и большим. Кроме подушек мы стали еще шить адаптивное белье, которые очень сейчас нужно в госпиталях, постельное белье и маленькие сувенирчики, которые являются оберегами, и мы тоже их отправляли. Это гуманитарная помощь, безвозмездная. Инфраструктура для долгой и здоровой жизни. Ульяновская область опережает другие регионы России в развитии системы центров активного долголетия. Их уже сейчас больше 250. Открытием нового дома здоровья отметили праздник пожилого человека жители Засвияжского района. Долголетие стало ближе. В торжественной обстановке праздника открылся для пожилых людей новый центр в Доме культуры «Строитель». Здесь рады всем, кто устал сидеть дома и ищет единомышленников. Мы уже набрали группу активных жителей нашего района, которые непосредственно хотят заниматься и быть частью нашего Дома культуры. В ближайшее будущее планируем написать грант президентского фонда, на основании которого мы сможем с помощью этого гранта реализовать большое количество наших возможностей. Привлекать и увлекать представителей серебряного возраста будут клубами по интересам. Вскоре начнут работу кулинарные курсы, хореография, кружок вокала и спортивные направления – цигун, скандинавская ходьба и оздоровительная гимнастика. По просьбам пенсионеров организуют консультации с врачами и юристами. Помощь в открытии центра оказала ассоциация ТОС Ульяновской области. Радует, что где-то у нас есть, допустим, ТОС. Он занимается активно, допустим, вот открывает центр активного долголетия, занимается пенсионерами. Где-то у нас нет ТОСов. Поэтому открываем там центр активного долголетия на базе ассоциации ТОС, а потом создаем там ТОС и учим его заниматься проектной деятельностью. Фактически в дальнейшем мы стремимся к тому, чтобы все-таки каждый населенный пункт был ТОСом. Уже сейчас в регионе работает 280 центров активного долголетия. Их услугами охвачено более 22 тысяч человек. Читайте в новом выпуске «Аргументов и фактов». Тревожная тема о детях, которым родители дали все, а они на них плюют и убивают сверстников. На первой полосе региональной вкладки «За что Ульяновский амбал ударил бабушку-цветочницу?» Разумительного ответа при задержании не дал. На второй странице «За что привлекают к ответственности заммэра Ульяновска и других чиновников?» «Почему они берут и не оглядываются?» Гость номера Александр Грачев о том, что нового о захоронении воинов железной дивизии в Ленинградской области и почему на братских могилах не ставят крестов. В рубрике «Ваше здоровье» – дела сердечные и головные боли. По традиции, программа передач телеканала «Репортер 73», которую смотрите в пакете эфирного цифрового телевидения на канале ОТР. Поделитесь новостью по телефону 30 40 73 или в наших соцсетях. По номеру 30 41 73 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите нас в эфире в ВК-видео и на других медиаплатформах. Подпишитесь в Телеграм, ВКонтакте или Одноклассниках. Будьте в курсе реальности.